Как получить кредит под 0% на зарплату? Для этого получатель должен соответствовать трем главным критериям. Во-первых, он должен быть в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Во-вторых, он должен проработать не менее 1 года. И в-третьих, он должен относиться к одному из видов экономической деятельности, наиболее сильно пострадавших от коронавируса. Напомню, их 10. Каковы условия получения кредита под 0% на зарплату? Кредит, во-первых, предоставляется на 1 год со срочкой платежа на 6 месяцев. Размер кредита зависит от количества сотрудников, умноженных на размер МРОТ, умноженных на срок кредита. Напомню, что размер МРОТ в регионе составляет 14 100 рублей. Где получить кредит на зарплату под 0%? Сейчас сформирован пул банков, который выдает указанные кредиты, к которым относятся в том числе Сбербанк, ВТБ, Банк Открытия, Промсвязьбанк. Что делать, если у вас есть бизнес, вам нужен кредит на заработную плату, но вы не относитесь к 10 наиболее пострадавшим сферам экономической деятельности? Именно для такого бизнеса правительство Тульской области разработало специальную программу поддержки. В Центре поддержки предпринимательства можно получить кредит под 0,1% на указанные цели сроком на 1 год. Можно обращаться в город Тулу на улицу Кирова, 135, корпус 1, либо по телефону горячей линии 8 800 600 ровно 7771. Что делать, если вы предприниматель, у вас есть действующий кредит в коммерческом банке и вы хотите получить отсрочку? Во-первых, вы должны относиться к одной из наиболее пострадавших сфер экономической деятельности, утвержденных федеральным правительством. Во-вторых, вы должны состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. В-третьих, не должны находиться в процедуре банкротства и действовать как предприниматель. Если вы соответствуете указанным критериям, любой коммерческий банк в течение 5 рабочих дней должен вам предоставить отсрочку. Срок обращения в банк за отсрочкой с 1 апреля по 30 сентября 2020 года. При этом вы сами выбираете, на сколько месяцев вам необходима отсрочка, на 6 месяцев, 3 месяца, либо 1, и сами определяете, с какого периода вам эта отсрочка нужна. Банк примет ваши условия. Что делать, если у вас остались вопросы, и вы не знаете правильных ответов? Для этого нужно обратиться в Центр «Мой бизнес», либо в Комитет по предпринимательству и потребительскому рынку и получить оперативно достоверную информацию. Телефоны горячей линии 8 800 600 7771. Центр «Мой бизнес» находится в городе Туле, по улице Кирова, дом 135, корпус 1, и он всегда готов встретить предпринимателей и проконсультировать по всем вопросам, а также ищите ответы на актуальные вопросы на нашем сайте moibusinesstula.rf.